Это борьба, это сила, дух и отвага, родные берега, цвета нашего флага. Москва, самбо, это не просто спорт, это дух того, во что верит русский народ. Это борьба, это сила, дух и отвага, родные берега, цвета нашего флага. Москва, самбо, это не просто спорт, это дух того, во что верит русский народ. Проходит 15-й традиционный турнир по борьбе самбо памяти Генриха Карловича Шульца. Два дня на борцовских коврах этого спортивного комплекса идут такие горячие, хорошие схватки. Приехало из 15 областей участников где-то больше 100 человек. В первый день у нас проведены были встречи в весовых категориях 57, 68, 74, 90 и 100 килограмм. И сегодня, значит, борются мужчины 62 килограмма, 82 килограмма, свыше 100 килограмма спортивное самбо и свыше 100 килограмм боевое самбо. Во некоторых весовых категориях, которые соответствуют классификации, будут победители, могут получить право на присвоение мастера спорта Российской Федерации. Организаторы очень хорошо постарались. Для проведения соревнований созданы все необходимые условия. Было продумано размещение иногородних участников, причем размещение буквально рядом со спортивным комплексом, что очень и очень положительно влияет. Питание, сам зал очень аккуратный, теплый, красивый, уютный. Судейство, которое организовала Московская Федерация, Всероссийская Федерация самбо. Ну и, конечно, очень большое и хорошее количество участников, сильные борцы, мастера спорта международного класса, победители, призеры первенства, чемпионатов мира и Европы. Турнир, посвященный памяти этого великолепного, великого борца и преподавателя, который всю жизнь проработал в данном институте, конечно, удался, ну, в этом году на славу. Самбо – это не просто спорт, это дух того, во что верит русский народ. Это борьба, это сила, дух и отвага, родные берега, цвета нашего флага. Москва, самбо – это не просто спорт, это дух того, во что верит русский народ. Нам говорят, что все это для нас несерьезно, но столько лет прошло и сомневаться уже поздно. Когда же вы поймете, да, это не игра, нет, это судьба, может не твоя, но для меня ответы очевидны. На это я потрачу силы, да, по встречной опасно, но это мой выбор. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, это то, во что мы верим, открывая двери. Клуб «Харлампия» был организован в Ленинском районе города Москвы в 1982 году. В 1983 году на экранах города Москвы вышел фильм «Непобедимый», который рассказывал о создании борьбы самбо в Советском Союзе, в России. Этот фильм как раз был посвящен Анатолию Аркадьевичу Харлампьеву. Нападай на этого гражданина. Зашибу. Временно считай, что он твой классовый враг. Есть считать. Давай. Пожалуйста. В общем, примерно так. Молодец. Очень хорошо. Держи. Берем на вооружение. На премьеру этого фильма были приглашены ребята вот нашего детского клуба. Этот фильм демонстрировался в кинотеатре «Мир» около старого цирка. Выступив на сцене кинотеатра,
Мы все время думали, как назвать наш клуб, какое имя ему присвоить. Потому что в то время в Москве были клубы «Самбо-70», «Самбо-75», там «Самбо-81» и так далее. Все это напоминало как бы войсковые части какие-то. Мы решили, ну, придумать какое-то новое. Посмотрев вот этот фильм «Непобедимый» и выступив с показательными выступлениями на сцене, ребята предложили назвать клуб «Самбо» имени Анатолия Аркадьевича Харлампия. Почему? Потому что он жил в нашем районе, так похоронен тоже на Новодевичьем кладбище, и его родственники тоже жили. Внуки Анатолия Аркадьевича также занимались в нашем клубе. Поэтому такое мнение было единодушно, и получив разрешение от семьи Харлампиева, решением районного комитета комсомола за успехи в спорте, нашему клубу было присвоено в 83-м году, в декабре, было присвоено звание «Клуб самбо» имени Анатолия Аркадьевича Харлампиева. В 2012-м мы уже отметили 30-летие нашего клуба. Вот, прошел большой спортивный праздник у нас в школе. Мы, когда создавался клуб, имели прекрасный спортивный зал свой. Но на 2-й Фрунзенской улице, около метро Фрунзенская. Но затем, после реконструкции, клуб лишился своего помещения. И мы начали, значит, арендовать различные помещения в нашем районе. В настоящее время, значит, мы находимся в школе номер 54 района Хамовники, центрального округа города Москвы. Два решения правительства Москвы было о строительстве специального здания для клуба. Но так эти решения и не были выполнены. Ждем уже 25 лет. Каждый человек наделен огромным запасом творческих сил. Но у большинства людей они дремлют неразбуженными. Пробудить эти силы и есть наша самая главная задача. Анатолий Харлампиев. В нашем клубе, значит, подготовлено много мастеров спорта. Ефремова Вера стала чемпионкой мира среди студентов в Греции. Максим Неганов, победитель этапов Кубка мира, мастер спорта международного класса. Братья Морозовы, шестикратные победители первенства России по самбо и по дзюдо. Вот. Ну и где-то около 20, воспитано около 20 мастеров спорта. Вот регулярно участвуем в различных соревнованиях, вплоть до чемпионатов России, первенства России. Вот недавно наш мальчик стал победителем международного турнира в Санкт-Петербурге. Турнир, посвященный 6-й роте ВДВ. Ну, для нас это турнир взрослый, у нас все-таки детский клуб. Хотя и ребята продолжают заниматься, уже будучи студентами, военными, вот, но продолжают заниматься. Поэтому выступают по мере возможности. У нас клуб считается клубом, детско-юношеский спортивный клуб по месту жительства. В дом, где наша отдача заменяет рутину, где борьба с неудачей делает себя мужчиной. 70 лет кряду, измученные нервы отходят на второй план в желании быть первым. Сколько потерь, сколько слез, но лишь отвага заставила гордиться цветами нашего флага. Всех, кто верит в победу, от детей до отцов, кто-то не знает, но мы живем в стране борцов. Это борьба, это сила, дух и отвага, родные берега, цвета нашего флага. Москва, самбо, это не просто спорт, это дух того, во что верит русский народ. Это борьба, это сила, дух и отвага, родные берега, цвета нашего флага. Москва, самбо, это не просто спорт, это дух того, во что верит русский народ. Время так много изменит, но оставят нам наши мечты, наши идеи. Мы ведь знаем, не будет так, что кто-то на блюде принесет нам наш успех, за него бороться будем. Отдать все силы, выбор сильного мужчины, за право быть первым, за чемпионский титул. И нет сомнений в том, что это наш выбор. Так сложилось, но бой — это единственный выход. Бороться за тех, чьи слезы на моих ладонях, за тех, кто был мне близок, за тех, кто стал мне дорог. За эти годы, дни и ночи, отданные спорту, бороться за честь любимой и свою свободу. Только борьба, лишь вперед и ни шагу назад.